Народ, привет! Привет! Вот мы вышли как раз из парка, из мангрового парка. Идем сейчас в кафе, посмотрим, что же это за любимое Наташино кафе такое, Кране или Крейн. Все время она про него прям вспоминает, прям рассказывала все прошлое видео. Смотри, вода уж совсем уходит. Хорошее видео мы вам сняли, посмотрите это видео, посмотрите наше прошлое видео, когда мы полтора года назад были, которому всего-то 2-2,5 года. Вот. Кафе должно быть очень интересное, потому что там продаются такие японские штучки вкусные. И больше подобия мы видели. Но именно этой фирмы, этого кафе, по-моему, у нас в Ильяне нет. И в Дубае, по-моему, нет. Есть только 2-3 кафе в Абу-Даби. Так что хотим сейчас зайти и посмотреть, вам все показать, попробовать. Наташа этот великолепный капучино до сих пор помнит. Сейчас посмотрим, да, посмотрим, где мы сядем. Ну вот, смотри, столик. Хочешь здесь сесть? Как раз люди ушли. Хочу. Давай. Вот, смотрите, как любоваться манграми. Это сказка, шикарно. Ага, по-моему, это туристы. Я даже знаю, на каком языке они говорят. Ну, расскажи. На еврейском, по-моему. Ты не слышишь, Роза? Не, я не понимаю немножко, на каком языке. Просто мы видели много автобусов. Наташа говорит, а где ж туристы? Так вот они в кафе все. Наверное, они сидели, пережидали жару. То есть они сейчас придут, когда вообще очень будет... Очень-очень-очень будет хорошая погода, но мало воды. Так, ты начинай идти, я еще одеваю маску. Что у нас есть? Тирамису, ух ты, блюберри чизкейк, карот кейк, о, вот это вот джапанис мне нравится, почему он один? Милки, молочный какой-то, здесь что-то непонятное. Слушай, почему он один? Даже расстроилась, это вот чизкейк японский просто, а мы большой какой-то взяли, да? Да, большой, эклеры какие-то по 15. Ну, что девочки спросим. А что это? Я озвучила все цены, да? Ну, вроде бы да. Переведу. Вот, видно вроде бы. Тирамису за 20 есть. Ну, вот симпатичная чашечка, кстати. Вот как кафе называется, можете найти в Инстаграме. Да. Я его Кране называю, я не знаю, как правильно. А где цены на кофе? А где цены на кофе? Это смузи какие-то. Да, это смузи есть. Туды. Какой-то асаи кик, асайский удар, тропина колада, карибский поцелуй и по 25 и зеленая машина. Зеленая машина? Ну, это лимонадика, скорее всего. Кстати, он есть у вас с сувенирами, раньше его не было. Но мы его потом пойдем посмотрим, да? Так, а что у нас здесь есть? Значит, какие-то signature drink, это значит эти... Ну, signature это где от, тут камера? От 28 до 30 где-то есть цены, а что-то есть 23. А кофе обычный эспрессо 16 и максимальный 25 какой-то латте. Есть 22, есть 25. Only one? Вот, один. Okay. Он тебе и будет. So, we want this one. Я сейчас себе выберу что-то. Наташа так кейк хотела, слава богу, пусть ей достается. А тут какие-то эклеры, смотри. Эклеры. Где эклеры? А вот это как это донация, но это не донация, это эклер. Тирамису не хотите? Да, тирамису, когда я себе покушала тирамису и сломала зуб в Таиланде, не хочу. А блюберри чизкейк? Не хочу, я хочу какой-то... This... Which one more tasty? Peanut butter eclair. Peanut? Это эклер, yes? Okay, yes. How many? One. Так, а что же дальше? Я думала, что мы брали капучино. Просто обычно. Вот это по 22? Я не думаю, что мы брали что-то. Хорошо, такое. Хорошо, да. Вот. Да, тогда по 22. Давай. And please two cappuccino. And two cappuccino, окей? Okay? Yeah. А ты... No, no, no. We will eat here. А ты удивляешься, где эти, где японские кейки? Вон туристов сколько сидело. Мужчина сидела. Хочет денег. Денег хочет, да. Да. Что ты говоришь? Я удивляюсь. Ты удивляешься, где японские кейки? В животах у туристов, в принципе. Они же что-то должны были есть. Да, да, да. А можно в Normal Cup? Что? Прошло? Не прошло. Я не снимаю карточку. А я не снимаю карточку. Это мы столько заплатим? 82? Да. Это наш заказ.
it's okay. Идемте быстро посмотрим. Я твою спину снимаю. Ага. Не так все и просто. Здесь есть прям духи, слушай. Очень похоже, это как были в Абу-Даби в это, в мечети. Очень похоже. Ну, давайте хоть цену-то узнаем, подожди. А, дирхам по 200, если не меньше. 199. Ты знал, шаман? Да. Серьезно? А сколько шаги хотят? 199. Да, 199. А сколько мишки? Причем не очень красивые. Мишечки почем? Мишки 29. Слабенькие мишки 29, потом такая лампа 265. Ну давай посмотрим более реальные. Ой, здесь тоже куча парфюмов. Смотри просто, знаешь что, я влюблена уже в эти бутылочки. Это парфюмы или это бутылочки от парфюмов? Да, парфюм. Да, я посмотрю, да, тут мне очень нравится бутылочка. Ну что, мы утащили с собой номер? Да, 55, так он нам дал номер с собой. Не, он умный мальчик, он поставит на наш стол. 55, это 45. Хорошо, что не туда налили. Посмотри, как это посмотри. Понял? Бджола Майя. А сверху покажи, какие здесь бабочки вот эти все. Ух ты! А это вот очень красиво. Не, или тайландский, индийский. 49 дирхам. Это просто шкатулочка? Здесь? Ну не открывай, не буду открывать. Это дальше. Мыло, наверное. Camel Milk. Молоко. А, нет, Natural Soap. Ну, это мыло верблюда стоит 48. А что это такое? Ут? А это золотой тоже слиток, мне кажется. Что это? Золотой слиток, но да это... Да нет, мыло, наверное. 58, тоже. Сейчас я посмотрю, что это. Camel Milk Soap. Ну вон, Rose, Lemongrass, да, но дороговато. Да. Давай я посмотрю, магнит это нормальный, кстати. Вот магнит как арт, мне вот это вот нравится, посмотри. Оно необычная шершавая такая штучка. Сколько стоит? Вот магнит красивый, посмотри, вот этот вот какой. 32, ну почти 10 долларов. Нифига. Вот это вот, ну красиво сделано. Да, 32. Вот это, посмотри, какой смешной магнит. Веселенький. Почем такие у нас? 25. Ну, магниты еще терпимо, но как бы скажем. О, это открывашка. Давай я. 35 стоит. Прикол. Но правда большая. Брелочки по 21 дирхам брелочки. Одну секундочку. Их можно в Карифоре намного дешевле найти. Дальше уже каменные браслеты, но все-таки каменные. А, по 120 и одну секундочку. Ты спешишь, я за тобой не поспеваю. Вот. Там мне этот 120 стоит. Серенький. Ого, стоит это 120. Ну, может, они какие-то более натуральные? Не знаю, но это как аметист, но это не знаю даже. А к ручкам нету тут стержней? Мне стержни нужны, нет? Так, а ручка вообще почем? Ручка по 18. Такая красивая панорамка. Сколько будет стоить? Значит, 39. Ну, это все доски Абу-Даби. Ой, телефон от наши. Мне надо это вот модель. В смысле телефон? Иди сюда. О, я поняла. А как здесь хорошо прохладно. Девушка, здравствуйте. Как вас звать? Тома. 72-я. Жду дыхание задая. Ставьте лайк, кто любит Высоцкого. Одну чашки давай еще покажу. Вот симпатичная чашка. Стоит 34, но это очень дорого. Вот такая пришла, вот эта вот витяну. Тоже симпатичная. 23. Мне, кстати, вот эта вот больше нравится. Она больше яркая. Ага. Ну, он тоже верблюдики стоят, розовенькие. Вот картиночка, как Walls and Art. А, это песок. Вот, слышите, что за шершавость. На магнит, это песок. Не против солнца, покажи мне здесь. 67, такая картинка, написано Sand Art. Песочное искусство, А-а-а. Это песок. Больше я говорю, магнит шершавость. Какие-то украшения, да? Ну, украшения особо. Бижутерия. А книги еще? А здесь что? Здесь шоколадки. Давай, а у нас птички там не едят наши? Давай, ты мне помогай. Что, уже кейк принесли? Да, может, да, и едят. Все не знаю, почем шоколадка. Не написано. Бесценно, видимо. Ну, наверное, дирхам 40. Ну да, где-то вот дирхам 40, не больше. Футболки и все остальное. Ну, тоже вот. Футболочка симпатичная очень. Мне нравится. Посмотри вот на это вот. Арабика, просто. Что это? Кофе? Как это? Наливаешь и пьешь? Десятик. Футболка прикольная. Ну, посмотри, сколько стоит? Верблюд такой. Класс. Модный панк. Сколько? 89, это очень дорого. Да. Это не то, что очень-то безумно дорого. А что это такое? В шахматы играть, в шахматы смотреть. А книги, смотри, там книги были? Книги, ну, хорошие, интересные, про Эмираты, естественно. Ну, тот ценитель, кто читает книги, это хорошие книги.
Тут все на английском. Смотри, про шейха Халифу книгу. Ну, на английском. Книга про шейха Мухаммеда, про шейха Заида. А ничего нет. Про шейха Халифа президента у нас нету. Но на том языке, на котором я бы лучше поняла, нету, да? Нет. My vision. Боже, какая красота! Так, и что, никто не кушал наш эклер? А смотри, людей уже нет. Слава Богу. Как я люблю людей, да, слава Богу. Да, слава Богу, сейчас мы покушаем, попробуем. Такие-то... Вот эту штучку Наташа просто обожает, ей очень. Но она была не такая, раз. Да? Она была больше, мы купили большую, и нам хватило на двоих. Ну, красивый, да? Это японский кейк, да? Я Джапани... пробую свой эклер. Эклер. А меня угостишь тоже, да? Сердечками. Ну, сейчас посмотрим, я так... разрекламировала прямо, но пока что надеемся, что вкусно, за это все 82 дирхама заплачено. Да, это что-то... Вид шикарный, мы релакснули, должно быть вкусно. Да. Наташа так классно села, такой вид, да? Это что, так классно? Мы в прошлый раз так хотели посидеть, и такси приехало. В общем, мы решили потом вызывать такси. А, кстати, вот женщины платят, приехали. Можно приехать и заплатить. Но мы заплатили сразу, поскольку мы думали, что платить надо сразу. Такой кофе с сердечком. Наличкой можно? Потому что это все вот сейчас... Иногда карточки, иногда наличкой. Знаете, вот есть сейчас такие правила. Надо спросить. Бывает только-только. В бокале мы были, только наличкой. Где-то еще только карточка. Хотя знаешь, вот это я думаю себе, сейчас спросить, а оно через два дня не изменят. Это да, все поэтому настолько индивидуально. Надо не будем вам это советовать. Да. Кушать? Да, давай, кушать. Ты замажешь кушать, а я это... Зараз. Так, ну что, которая мне понравилась? Знаешь, пахнет вкусно. Ну давай. Оно реально вкусно. Оно не горькое. Ну вот. Я не знаю, как они умеют это делать. Ну, как-то умеют, видимо. Я один раз в жизни здесь попробовала и поняла, какой вкусный капучино может быть. Может, еще бывает вкуснее, но реально вкусно. Так, а что вот это вот? Тогда он был реально как... Знаешь, сейчас как это, как наша Пасха. Ну, не сказала бы, слушай, в тот раз было вкуснее. Ну, что-то... А нам не грели его в прошлый раз? Его подогревать не надо, эту штуку? Он, ну, как это, знаешь... Надумаю, твой эклер будет вкуснее. Да, ну давай, пробуй сырный, эклер тоже. Знаешь? Да? Можно? Да. Ну, давай, это попробуем. Это тебе спасибо. Ну, это просто конечно. Как тесто реально, знаешь, как будто, ну... Ну, вот эклерчик, сколько он, по 15 был, должен быть вкусный, сейчас посмотрим. Да, что-то есть там. То есть, крем. Ну, крем есть. Ну, в обморок я не упала, да? Да, ну... Вкусно. Да, рекомендуешь? Да. Довольно таки нормально по сладости. Да? Нет перебора и вкусно очень, ореховый. Ну, мальчик же и рекомендовал нам выбрать этот пистачо. Он рекомендовал. Не пистачо, нам. Пистачо. Так, сейчас я это кофе волшебное попробую, потому что меня уже Наташа заинтересовала, ну, да, вообще не помню. Не помню. Знаете, реально вкусное. Скажи. Какой-то кофе такой, чувствуется кофе, эспрессо или американо, но чувствуется. Чувствуется однозначно и молоко, и капучино. Скажи. Слушайте, а это... А в чем эссенс? А не потому, что а реально кофе, очень вкусно, молоко, послушайте. Там, баланс такой очень вкусный. Не, знаете, реально вкусно. Четкий баланс, да. Капучино лучшее здесь. Американо все-таки в джинсках. Да. Будешь пробовать или нет? О, нет, смотри, уже так мы уже показали. Это я такого не знала. Заменитель сахара какой-то из кукурузы. Тропикана Слим. Ого, Тропикана. Смотри, я заберу, когда-нибудь попробую. Обязательно. Low calorie sweetener. Я правильно сказала на английском? Не знаю. Ну, вот такое чудесное, любимое Наташино кафе. В Мангров парк находится. Она в Джубаил Мангров парк. Чудесные сладости, вкуснейшее капучино и отличный вид. Очень рекомендую приехать и в парк, и посидеть в кафе. И всего самого лучшего, доброго, счастья, добра. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем спасибо.